Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, нам осталось словить парочку покемонов, то есть 4. Но, ребята, словил я Фарфетч'd, поэтому нам осталось словить 3 покемонов. Первый это Дитто, второй это Забдос и третий это Арчин. 3 покемона, которые вообще капут. Уже, можно сказать, никак их найти нельзя. Арчин Фосил, Забдос легендарный, Дитто через машину, да, делается. Но сначала давайте вот это все продадим, что у нас тут есть, чтобы купить себе еще хотя бы парочку вот этих, парочку алмазов, если получится, в принципе. Потому что нужно это все купить. Так, это мы сейчас... Это можно тут? О, как раз это... Как раз! Ух, я что-то как-то даже не заметил, что у нас уже, в принципе... Сейчас мы пойдем купим себе еще 2... Бабарам-бабам, вот этих... Мастербола, и, в принципе, ребята, нам уже хватит всех мастерболов, которые у нас будут, так как у нас будет 3 мастербола, а покемонов осталось тоже 3. Сейчас, что нам нужно? Сейчас нам как бы нужно сделать Дитто, но он делается только в машине. Давайте как-то мы сейчас это посмотрим, только я не помню, где она, как она, чё она... Как она вообще пишется? Вот, клонинг машин. Ладно, вот грин, вот это. Что тут нужно? Ух, охренеть, что тут нужно? Ладно, а тут что? Тут то же самое, только тут... Ага, тут понятно, а тут понятно. То есть нам нужно, короче, до хрена фосила. Не фосила, а... обсидиана. Главное, если у нас... Да, у нас есть... эмеральд, ну, изумруд, да. То есть мы сейчас можем вот это все сделать. Конечно, это все будет очень долго делается, так как, в принципе, дофигище там. Нужно обсидиана, его копать. Где у нас обсидиан? Вот он. Ребят, нужно скопать обсидиан. Я думаю, все понимают, потому что там действительно нужно большое количество. Так, сейчас как-то вот так. И что нужно, ребята? Нам нужно 3... Нет, осталось 3 покемона. Выходит уже почти что новая версия, ребята. Ну, смотрите, что нам нужно. Нам нужно найти еще один фосил. Я постараюсь, может, найти. Нам нужно сделать вот эту машину, которая не так уж и просто делается. Твою ж мать. Фу. Нам нужно сделать машину, которая не так уж и просто делается. И нам нужно... уже докачать орб. А орб, конечно, не так уж и просто прокачивается. Сейчас, сколько там нужно вот этого? Если честно, не помню, но вроде дофига. Давайте скопаем еще немного. По поводу вот того... Сейчас. Чего? А твои же... Воу. По поводу... Да что я хотел сказать? По поводу орба. Конечно, его еще дофигище качать, ребята. Вот то, что я не знаю, будем мы его прокачивать все на съемку, или я просто сам пойду да прокачаю, да и все. Ну, ладно, сейчас давайте посмотрим сначала, что тут полностью нужно. Так, вот это. Чтобы это сделать, нужно фосил машин. Для фосил машины нужно... вот сделать, для вот той машины нужно сделать вот эту. Ух, сколько же там нужно час? Сколько же... Да, сейчас он его убьет. Твою мать. Для этой машины нужно еще сделать фосил машины.
если я не ошибаюсь, две фосил-машины. А вот то, что прокачивать ли всех покемонов, которые нам нужно прокачать, это, ребята, я даже не знаю, потому что это очень долго будет. О, фиг его знает, ребят, посмотрим. Так, ну, сейчас нам самое главное делать, как я понял, это две... Офигеть, он сильный. Ну, в принципе. Так. Что нам сейчас нужно, это нужно сделать две... Да, так. Нам нужно сделать две фосил-машины. А две фосил-машины не так уж и просто делается. Чё там нужно? Нам нужно вроде там кучу... алюминий... Хотя фиг его знает сейчас. Так. Там нужно две фосил-машины, да? Да, две фосил-машины. То есть, тут давайте сначала верхнюю часть. Верхнюю часть нам нужно 10 алюминия. 10 алюминия и 1 редстоун. Ух ты, ну я не знаю, хватит ли алюминий на это все. Ну, по идее должно хватить, но... Так, вот так. Капут, ребята, нужно успеть, выходит уже новая версия сегодня, или когда она там выходит, нужно это все успеть. Поэтому как-то мы сейчас это постараемся сделать по-быстрому. Если, конечно, получится, хрен его знает, нужно это все, ребяточки, сделать, чтобы успеть к новой версии. Так, ну что, давайте погнали делать вот алюминий. Там, в принципе, его тоже нормально такое количество нужно. Так, где он? Ну что, ребят, давайте. Ставим и... Давайте. Погнали вот делать этот алюминий. Столько сейчас нам его нужно сделать, что капут. Вот это все, что есть. Так, ну, в принципе, все. 35 вот этих пластин есть. Сейчас нужно делать вот то, что нам, в принципе, нужно. Сейчас, как оно вот так, да, и вот тут 1-2. Ага, отлично. Две пластинки. Так, ну, две верхние вот те. Сейчас нам нужно вот это. Угу. То есть 3, 12, сейчас. Сейчас посмотрим, есть ли у нас песок или... Ага, ну, в принципе, вот, нормально. Ведро с водой, 1, 2, 3... Так, три ведра с водой. Что нужно? Давайте сейчас сначала вот это все сюда поставим. Так, сейчас это. И давайте пойдем сделаем себе три ведра с водой. Наберем. Чтобы уже наконец-то сделать себе дит, то потом прокачать орб, найти фосил и, в принципе, все, да? Так. 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 И так. Пошли. Сделаем. Одну пластинку, потом вторую. Так. Один, два. Это вроде вот... Сейчас. Вода... Да, вода тратится. Ладно, давайте еще раз наберем. Чтобы уже сразу две пластинки эти были, да, и все. Так. Давайте. Один, два, три. И что там нам нужно? Эмераль, да, золото. Алмазов вроде не нужно. Так, он что там, летающий? Нет. Его тоже убьем, так как нужно хотя бы еще немного прокачать наших покемонов. Так. Ультрабол выпал. давайте пойдем. Сделаем себе еще вот это. Сколько там у нее уже? 171.
Не знаю, хватит ли. Ну, как бы ее еще нужно прокачать. Вот так. Все. Сейчас что там? Дальше. Это. Уф, сколько тут вот этого нужно. Не знаю, хватит ли алюминия. И вот это. Ух, тут нужно. Так. Так. Все, ребята, делаем две фосил-машины. Где? А, вот. И вот. Две фосил-машины. Так, сейчас давайте делаем... что там нужно? Два эмеральда. Сейчас, давайте сразу же посмотрим, как там нужно, чтобы сделать вот это. Ага. Ух, как там столько вот этого нужно. Обсидиана. Давайте прокачаем. Уф, кого прокачаем, сделаем вот это. Как там вот так, да? Вот так. И чё там? Ага. Отлично. Сейчас также только вот с этим. Отлично. И обсидиан, как-то он вот так, ребята. И сейчас мы делаем машиночку. Берем себе мью. Идем. Главное, чтобы опять мету не сделался. Это так сдуреть можно будет, ребят, если опять мету сделается. Так, давайте возьмем обычно там три блока железо, да и все. Так. Давайте пойдемте поставим эту машину где-то вот сюда. Где ее можно поставить? Да пофиг. Вот тут, например, да? Мью. Три блока железа. И делается наш... Я надеюсь, Дитто. Мету нам точно не нужен, ребят, у нас уже мету есть, но если сейчас сделается мету, сдуреть можно будет. Дитто, ху, капут. Давайте сейчас, как раз у нас есть. О, а, его еще и так ловить нужно, а, понятно. Ну, в принципе, да. Ладно, Дит... Это чё за... А, он типа при... Понял. Уже может принимать, как бы, понял. Я вообще чё-то напугался. Давай, ловись уже. Давай, Дит-то. Вот, сломали мы машиночку. И сейчас тут у нас покемон Басяндра. Сейчас мы его убьем. Давай. И... Так, ребята. Сейчас. Давайте подумаем, что нам нужно. У нас есть Дитто. Нам осталось ловить Арчина и Забдоса. Но, в принципе, Забдос это уже как бы... Нужно идти прокачивать орб, ребята. Что делать? Куда идти? Что делать, куда идти? Хрен его знает. Ребят, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Такая небольшая серия, потому что, в принципе, мы себе сделали Дитто. Ребят, нужно успеть прокачать всех покемонов, словить еще покемонов. В принципе, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.